Вставляют им счета за нагрев воды до температуры 60,9 градуса. Так заложено в тарифе. Они, в свою очередь, выставляют счета жителям по фактической температуре воды, которая доходит до домов. И это значительно ниже 60 градусов. Я уверена, вам могу сказать, что это не вывод денег. Это сегодня горячая вода, которая постоянно ежемесячно остается в недоборах. Кто бы ни был виноват, недобросовестные управляющие компании, несовершенство тарифа образования или тепловые потери по пути от котельных до домов, ситуацию надо менять, отмечают депутаты. Мы понимаем прекрасно, что 100% населения деньги не сдает, но нам бы не хотелось, чтобы те деньги, которые с населения они собрали, увели куда-то в сторону. То есть мы говорим о том, что собрав население деньги за ресурсы, они должны также потом перераспределить их по ресурсоснабжающим организациям. Где-то идут перетопы, где-то просто люди платят за воздух, потому что температура выходит одна с котельной, пока доходит до дома, температура становится другой, и получается кассовый разрыв определенный. Вот, такой перекос есть, не везде, но он есть. И сегодня эту проблему мы тоже пытаемся решить. Начать решили все же с черного списка недобросовестных управленцев, чтобы впоследствии лишать таких лицензий. Формирование комфортной городской среды. Этот федеральный проект сейчас активно реализуется в Чебоксарах. О том, как изменяются городские дворы и общественное пространство, мы сегодня будем говорить с депутатом Чебоксарского городского собрания Вячеславом Волгиным. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот буквально в середине сентября вы с депутатами были в рейде, в объезде по городским дворам, да, посмотрели, как идет ремонт. Что вы увидели? Ну, мы посмотрели, каким образом реализуется вот данная программа. Именно на местах. Вот, во всяком случае, мы заехали там, в три двора, в том числе и двор, который находится в моем округе. Посмотрели, на каком этапе идет реализация. Понятно, было определенное отставание, но пообещали, что до конца октября однозначно закончат. До конца октября, да, все-таки да, сроки? До конца октября. В целом по городу, как вы думаете, тоже успевают подрядчики, справляются? Вот, ну, я думаю, конечно, успевают, потому что это же документация так построена, что там есть сроки. Если сроки не укладываешься, идут штрафы, поэтому, я думаю, однозначно закончат. Ну, во всяком случае, они постараются, я думаю. Ну, я думаю, да. Я знаю, что после объезда у депутатов возникло много вопросов, в том числе к подрядчикам. Да? Кто-то не убрал за собой после того, как строили, например, проезды, да, или тротуары, не навел порядок, не навел благоустройство. Например, испорченные газоны, да, как-то не восстановились. Угу. Где-то не были включены в проект то, о чем просили жители. Да? Например, та же самая дорога вдоль 45-й школы, вот тротуар, который давно обещали. Что решили? Я знаю, что эти вопросы вы обсуждали на комиссии. Да? Что с этими вот недоработками будем делать? Ну, мы проговорили в каждом индивидуальном случае, но там есть заказчик, там есть подрядчики, есть договоры, поэтому все это предусмотрено в договорах. И, естественно, подрядчики должны будут выполнить. В своем округе вы все-таки, наверное, наблюдаете чаще, да, как идет ремонт. Угу. Вот действительно, на каком сейчас этапе? Да, вы сказали, что, в принципе, справляются, успевают. Какие основные виды работ, да, что уже сделано, может быть, сейчас? Ну, во-первых, конечно, там асфальт положили, тротуары положили, бордюры. Все обновили. Просто очень красиво все это смотрится. Жители очень довольны. Вот. И осталась территория, которая у нас благоустроиться должна. Там мы скамейки выставим около 30 штук. Вот. Беговая дорожка там будет. Значит, убираем всю поросль. То есть это будет территория для отдыха жильцов близлежащих домов. Я помню, что у вас был небольшой такой пятачок с гаражами, да, у торца дома. По-моему, это было по Гузовского. Да, да. Там как идет вопрос? Я знаю, что нужно сначала найти собственника, да, решить с ними вопрос. Как сейчас? Я переговорил с главой администрации Московского района, он сказал, что да, эти три гаража уберут. Если мы говорим о том, что подрядчики должны справиться, да, во всяком случае, с основным видом работ, да, по, например, ремонту проездов, тротуаров до конца октября. Люди часто переживают, не наступит ли холода, да, слякотная погода, не может ли пойти снег, что приведет, например, к тому, что некачественно будет это исполнено. Как это будет контролировать? Ну, надеемся, что все-таки погода позволит закончить эту работу.
то есть, что снег не пойдет, да, во всяком случае, до конца октября. Ну, надеемся, да. Но, знаете, обязательным условием этой программы, этой федеральной программы, является инициатива жителей и софинансирование. Вот если говорить про ваш округ, насколько активны жители, насколько они охотно включаются в эту программу? Конечно, эта программа подразумевает участие собственников жилья, которые вот находятся на данной территории благоустройства. Но там 3% софинансирования же жильцов, да? Вот. И не все жильцы вот готовы там заплатить, хотя там цена вопроса 300 рублей, допустим. На квартиру, да, примерно? Да, на квартиру. Почему 3% включили? Для того, чтобы просто человек почувствовал, что он вот собственником, что он собственник вот тех благоустройств, которые проводятся на этой территории. Чтобы он вот как-то по-другому посмотрел уже вот на то, что будет сделано. Как раз вот этот момент, да, софинансирование, оно, знаете, к чему приведет? Я знаю, что до программы формирования комфортной городской среды в Чебоксарах дворы ремонтировались по другой программе, да, ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов. Mm-hmm. Прошло буквально 3 года, и все нужно ремонтировать заново, да, тогда не было софинансирования. Может быть, действительно, когда люди, да, платят свои деньги, они будут, не знаю, бережнее относиться к тому, что сделали. Ну, да, это вот какой-то элемент воспитательской такой деятельности. Вот, и понятно, что вот человек, когда заплатил, пусть там немного, но увидит, что кто-то безобразничает, я думаю, он не будет смотреть, а это не мое, пусть что хотят делают. Я думаю, что со следующего года, да, когда начнется формирование списков, вернее, оно уже идет, люди будут активнее, потому что они увидят, как у соседей, да, мне кажется, им захочется, чтобы у них двор такой же красивый был. Я думаю, что это все-таки сыграет, да, свою роль, когда они увидят первые результаты вот этой программы. Ну да, да, конечно. Вот, допустим, в этом году в Московском районе мы хотели благоустроить 20 дворов. Вот, смогли провести работу такую качественную, которая дала свои результаты в 11. Да. И я думаю, в других районах также все это получилось. Вот. Но, конечно, там, где не смогли мы где-то жильцов убедить, где-то жильцы не понимали, я думаю, они, конечно, посмотрят у своих соседей, как это получается и за какие-то деньги. Ведь, допустим, вот этот район на Гузовского 13-9, цена вопроса 6 миллионов рублей. Вот, софинансирование, ну, 3%, посчитайте, это где-то там 180 тысяч. Мы посмотрели, и если разложить 180 тысяч на количество квадратных метров, то получилось где-то 9 рублей с квадратного метра софинансирования. Причем единожды. Да, да, да. То есть получается, ну вот, посчитайте, это, в принципе, не такие большие деньги, чтобы вот их не платить, а взамен получить вот такую прекрасную территорию, на которой ты проживаешь. Спасибо большое. Я напоминаю о программе формирования комфортной городской среды. Мы разговаривали с депутатом Чебоксарского городского собрания Вячеславом Волгиным. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания.